Nihau, nes aja pa kita cebali semula kalau di bakat. Ah, pas mula kita pun balik dia pas aku lupa jam, kita kembali balik lagi. Bekal malik buku balik. Si kaya itu balik itu bekal si balik. Wei, bi, 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 bi. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Balik lusuk, balik kuku. Nasi kembali. Ti kupi dia sebalik. Pup, 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 pup. Iza bus tol pinglekin tem tem. Alam bosom bukan tum. Ay, se volvió a hacer la pasa. No es que el padre con el pelo puch. Y se volvió a la bola y a salar que lo vi a la jala. Y chú, chú, chú. Y sin chic. Ah, ¿o de boli con? ¿Alutón? 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 ¿Cuál es el tumbaje de esa vaca? Либо тем самым аю Катя. Катя. Молотуся. Але обликит и пася. Ахапук. Ахапук. Нот. Дека зека рот. Рот. Али сик. Мона. Фик. Всем салютики, мои дорогие. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается и все. Ну-ну. Ну, что ну-ну? Аллергия. Ну, бывает же, там, человек понюхал цветок в обморок. Некоторым от цитрусов плохо на рынке. А есть люди, которым покажи много бумажных денег, они начинают задыхаться. Но аллергия. Сегодня у меня на завтрак пельмешки отборные. С горчичкой, с соусом. Краюшечка с тревожным сыром. Ну и все. Вы еще что-то хотели? Всем желаю приятного аппетита. Так, а где моя большая вилка? Ладно, не буду шокировать изначально, хотя шок это по-нашему. Вот это горчица. Махеев рулит. Сейчас скажут, горчица не может домашнюю сделать. Да почему не могу? Могу, но не хочу. Жарко сегодня. Жарко, да, очень. Кстати, бородавок у меня нет, у меня есть только родинка, которую я люблю, да, замаскировать. Тут ничего такого нет, плохого нет. Я ее открывала и с ней, и без нее, без звезды. Бородавки, наверное, у вас. Вот у вас это и ищите какую-то, знаете, родственную душу. Но у меня нет бородавок. У меня только, если есть, родинки. И это не исключение. Родинка такая прекрасная, выпуклая. Ну и что? Она прикрыта звездочкой, чтобы мало ли кому-то, может быть, не нравится. Вот и все, вот и все. Думали, зацепите? Ни хера, вставайте в очередь. Перед вами еще до хера народу. А то лезут все без очереди. Уже должна выучить, что я незадеваемая, непробиваемая. Иначе я не выносила бы эти темы на всеобщее обозрение. Сами должны немножко понимать. Я говорил уже, что никому никогда не угодишь. И ну раз вот так действительно полистаешь ленту, почитаешь комментарии людей и думаешь, боже мой, ладно, там их раздражает еда.
Но я снимаю еще животных. И под видео, где у меня были животные, тоже написано очень много гадостей. Ну, насрать мне на вас. Ну, не любите вы животных, это уже и так понятно. Люди, например, даже которые готовят, да, готовят, ну, танцуют, ну, женщина танцует, радуется жизни, приятная женщина, я уже как-то говорила в видео, ничего плохого не вижу, ну, там бывают такие, которые это самое, ну, и что, ну, хочет человек на своем канале танцевать, пускай танцует, кому-то это нравится, кому-то нет. Готовят, бляха-муха, нет, ты, блин, не так делаешь, это не так, то, ой, какую-то хрень ты испекла, еще чего-то, в общем, везде найдутся свои вот такие вот придурки, которые ставят свое «я». А то меня все лечиться посылают. Да это вас надо лечить. У вас психические расстройства реальные налицо, которого нет. Если я придуриваюсь здесь, но в жизни я все-таки более серьезно, например, в каких-то моментах. Жизнь есть жизнь. То вы по жизни такие завистливые, неудовлетворенные. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Кто ел? А я знаю, кто ел. Я знаю, кто ел. Всем спасибо и приятного аппетита тем, кто собирается есть. Желаю вам позитива. Главное позитива, друзья мои. Позитива, хорошего настроения. И вообще бодрости по возможности, конечно. В наше такое, знаете, неспокойное время. Но, во всяком случае, пытайтесь как-то радоваться жизни. Всем пока-пока.